когда мы прибываем на Конгресс, мы должны брать в расчет мир, что к нам присоединены они, но внутренняя связь, забыть об интернете, обо всех других вещах, как я связан с миром и так далее. Мне важно сейчас, я и мои товарищи, которые находятся здесь со мной, в этом пространстве Конгресса, и те, кто находится в виртуальной связи, которые присоединяются к нам и со всего мира, мы должны в сети между нами раскрыть связь. И в этой связи мы должны раскрыть парцов Адама, кли, который называется Адам, Доме, подобный Творцу. Тогда мы приходим к раскрытию высшей силы. Это кли называется поручительство, потому что это его свойство, взаимность. Вот это взаимное укрепление, поддержка, взаимосвязь, взаимная забота, чтобы не упасть, не выпасть. Представь себе, все мы, я не знаю, можно ли даже это, нет. Но, допустим, все мы стоим на какой-то вершине, на каком-то пике, и все мы вот так вот стоим на этом пике. Вот так вот все стоим на нем. И если мы не удержим друг друга, не возьмемся за руки, все упадут. Вот такой баланс, балансировка такая, даже не знаю, как это передать вам. Это как вот так вот мы, как в форме цветка, стоим сотни людей, и все стоят на каком-то... Ногами стоят на каком-то острие, на каком-то наконечнике. И вот если выходит один из баланса, все, из равновесия все падают. Вот это поручительство. Вот такое ощущение. Да. А что это за острие? Острие — это сила поддержки Творца, которая проявляется только при условии, если мы соединены. Иначе нет. Потому что в единстве между нами мы находим этого единого —